Очень много в этом сезоне, мы проделали огромную работу, но не все всегда получается и не все всегда так происходит, как мы хотим. Мы достигли того, что мы остались людьми в этом году, мы не отвернули от себя людей, да, это выше всего. Настоящий болельщик, он поймет, примет, и какие они у нас такие есть, они приняли, и они остались командой. Я не думаю, что у нас убавилось болельщиков за этот сезон. В первую очередь хотелось пожелать терпения, в первую очередь здоровья, во вторую очередь терпения. И я уверен, что мы обязательно эту задачу выполним. Но, во всяком случае, мы приложим все усилия. Но я думаю, мы этот шажочек за предсезонку доделаем и все-таки выполним то, что сами хотим, чего хотят наши болельщики. Получил ты сегодня символический приз как лучший игрок сезона в команде. Вообще ожидал, что болельщики выберут именно тебя? Что именно меня? Ну, не знаю. Конечно, что нет, не было такой уверенности. Ну, как бы старался, отдавался как мог. Хотел помогать команде. Вот. Ну, то есть у нас на самом деле много игроков, кто достоин. Как бы приз зрительских симпатий, если так можно сказать. Вот. Ну, как бы, конечно, что благодаря нашим игрокам, нашей команде, ну, не получилось бы у меня как-то вот лучше как-то действовать на поле, забивать те же голы, отдавать передачи. Вот в совокупности, как бы, ну, это заслуга всей команды, не только моя. Ты вообще знаешь свою статистику за сезон? Вот давай попробуем ее угадать. Знаешь ли ты, сколько ты забил голов и сколько ты отдал голевых передач? Если с переходными, то 8 голов получается. А голевых передач? Если на кубок считать, то 7 голевых. А за сезон 6? За сезон все правильно. 6. Все же под контролем. Этим годом, и чтобы мы решили задачи, а личные задачи, они останутся при мне, я их постараюсь выполнить. Они, конечно, ждали от нас, наверное, немного большего, но все же, что бы ты хотел им сказать? Я хотел сказать им спасибо большое за ту поддержку, которую они нам оказывали на протяжении всего сезона, то, что было приятно играть, и когда на выезде приезжали люди, и дома приходило очень много людей, и это как 12-й игрок для нас был, и я очень счастлив, и рад, что у нас такие встречи. Порадуем их в 2021 году. Конечно.